заходит, нам нужно мясо какое? Говядину. На что? У меня первый вопрос. Когда я только начинала здесь работать, когда людей спрашивала, а на что вам мясо? Мне что только не отвечает. И матом, и всякое. Какая тебе нахер разница? Я спокойно, я говорю, да нет, в принципе, мне, говорю, разницы никакой. Я говорю, ну просто, например, что вы будете готовить? Я говорю, может быть, вы гуляш хотите приготовить, а может быть, запечь. Смотрите, а какая разница? В части разные. И все, люди уже немножко остывали, и так... Да, заинтересована. А что это прям разное мясо? Я говорю, да, разное мясо. Кому-то на фарш надо, это одно, кому-то там запечь, это другое. И их начинало это заинтересовывать. И вот этот вопрос он сначала убивал, да, людей так. Я говорю, а на что? Какая тебе разница? Или там некоторые, не на все. Вот так вот. Там предлагаешь, например, лопатку говяжью. Она и на первое пойдет, и на второе. Большой очень кусок, там килограмма два. И у людей вот этот вот сразу какой-то вот такой злость уходила. Начинали заинтересовываться. Естественно, когда они пробовали приготовить то блюдо, там, на которое я им дала, они потом приходили, о, слушайте, а правда, мы вот до этого брали мякоть на гуляш, она была совсем другая, она нам не особо понравилась. А вот это вот лучше, ну правильно, потому что это лопатка, потому что чего-то. Вот таким образом я вот всегда людей и вот приучила к тому, что они приходят и говорят, что они будут готовить, а я им уже даю мясо.